Самая важная находка – это ракеты Тау-2 американского производства. Если я не ошибаюсь, это модификация Тау-2А. Наверное, скептически настроенный зритель подумает, что это все постановка, но мы действительно нашли вот такие бумаги на фоне формы, на которой написано «Аллаху Акбар» и оружие американского производства, в частности, установок Тау-2. После занятия Аль-Храка стало известно, что первые отряды боевиков вышли на российских переговорщиков и уже готовы сложить оружие, передав контроль над деревней Аль-Джизи. В связи с этим 28 июня был введен 12-часовой режим прекращения огня. Сейчас складывается очень интересная ситуация. Вот только что на нейтральную полосу подъехали боевики незаконных вооруженных формирований для того, чтобы выторгивать себе лучшие условия сдачи. Дело в том, что они уже понимают, что их борьба окончена, что эту войну они проиграли. Поэтому единственное, чего они хотят, это поскорее сложить оружие и попытаться вернуться к мирной жизни. Плюс также они выдвинули одно необычное условие. Они попросили какое-нибудь из армейских подразделений, после того, как они сложат оружие, сразу же войти на их территорию, потому что они боятся расправы со стороны террористов группировки Ан-Нусра. Поэтому они просят правительство взять их под защиту и не дать в обиду их семьям.